Водохранилища Западно-Казахстанской области заполнены водой как минимум наполовину. Это значительно больше, чем весной прошлого года. Об этом рассказали специалисты Казводхоза. По их данным, все гидросооружения готовы к грядущему паводковому периоду. Кроме того, в регионе обещают завершить реконструкцию Кировского водохранилища и приступить к модернизации сооружений еще на 3 водоемах. В Западно-Казахстанской области насчитывается 39 водохранилищ. 14 из них находятся на балансе государства. На сегодня они заполнены на 54%. Помня о предыдущих маловодных годах, такие водные запасы не могут не радовать аграриев. Но нельзя забывать и об угрозе подтоплений. Эксперты Казгидромет не исключают подъем уровня воды в главной водной артерии региона. Согласно прогнозу, у города Уральск отметка реки Урал ожидается в диапазоне 750-850 сантиметров. То есть ожидается подъем уровня максимально до 8,5 метров. Средний уровень реки Урал на гидропосту Урал-Уральск составляет 591 сантиметров. Опасная отметка составляет 850 сантиметров. Опасения вызывает и состояние гидротехнических сооружений. Многие водохранилища эксплуатируются с 60-70-х годов прошлого века. 2 года назад в регионе начали реконструкцию Кировского водохранилища. Его емкость составляет 62 миллиона кубометров. Местные власти обещают, что работы завершат до конца года. На реконструкцию Кировского водохранилища из республиканского бюджета выделили 2,5 миллиарда тенге. Объект готов на 50%. Параллельно проводится работа по очистке каналов Урал. Кушумской, а растительно-обводительной системы. Очищено 8 километров. Средства также поступили из республиканского бюджета. Кроме того, в регионе планируют реконструкцию еще 3 водохранилищ – Бытикского, Дугелекского и Пятимарского. Сейчас местные власти ведут переговоры с профильным министерством о выделении средств на разработку проектно-сметной документации. Альбина Кумаргалиева, Булат Джалгасов, Эльдар Аюпов, 24 КИЗ, Западно-Казахстанская область.